ответственность менять бессмысленно, потому что ничего не приводит, все и драконовские, и недраконовские методы ничего не дают. Психологию водителя надо менять, но ее надо менять не наказанием, а ее надо менять воспитанием и обучением, и контролем, потому что, как потом выясняется, машины списанные, водители приехали из других регионов, плохо водят, и вообще непонятно, как они оказались за рулем. Самая главная большая проблема – это наши дороги. Сколько бы мы ни меняли систему штрафов, мы не меняли правила, это полная чушь, потому что наши дороги средневековые по сравнению с европейскими. Я езжу очень много там, и я точно могу сказать, это абсурд. Давайте сначала сделаем качественные дороги, и безопасность появится сама. Потому что дорога должна быть безопасной, развязки должны быть безопасными. И тогда мы имеем право воспитывать водителей и делать передвижение от автотранспортных средств по трассам безопасным. Начинать надо с этого, а не с того, что тут же искать виновных, кого-то где-то наказывать. Поищите в строительстве, мы все едем по этим дорогам. Это то же самое касается и парковки, которую Собянинов ввел на территории Москвы. Очень смешная. Во всем мире в субботу, воскресенье и после 10 вечера она бесплатная. Это раз. А во-вторых, как быть людям, которые живут в этих домах? Они что, должны за это платить?